Иду какой-то игровой, непонятное произошло явление. Мне показалось, что на меня кто-то смотрит. Я влево поворачиваю, как штурмовал, сижу впереди там. Смотрю параллельно нам, примерно метрах в 200-250, идет какой-то непонятный летательный чечевицеобразный аппарат, похожий на дирижабль. Но никаких признаков, ни антенн, ни выхлоп работающего мотора, ни иллюминатора, ничего нет. Запрашиваю Локаточка по телефону, что видишь? Он говорит, Валентин Иванович, говорит, параллельно курсу идет какой-то непонятный... штука, как он ее назвал. А что такое? Да то, что говорит. Во-первых, у меня как-то странно говорит, горят лампы. Я не включал аппаратуру, а лампы уже зажглись в аппаратуре. Тоже радист подтвердил. В общем, этот летательный аппарат с нами держался параллельными курсами, как мы их не изменяли курсы, около 43 минут. Потом мы сейчас немедленно, вдруг бешеная скорость у него появилась, ушел. Ну, сейчас же в Москву пошла шифровка. Параллельно нашему курсу идет неизвестный летательный аппарат. Зия мне как раз и подсказала, что увидели не творение человеческих рук, а это творение, говорит, инопланетян. Что это УФО, НЛО. Или, как обыватели говорят, летающая тарелка.